Всем привет! И кто смотрел видео про обновление Gunster Vegas новое, тот, наверное, помнит, что я говорил про новые миссии в акции Рейтинг улиц. Это все-таки так. Добавили 3 новые миссии в акции Рейтинг улиц. Одну миссию я вам не покажу, так как нужен акционный предмет. Как бы идет 3 фазы, и в конце каждой фазы есть миссия, в которую, чтобы пройти, нужен акционный предмет. У меня нет акционного предмета, а чтобы его взять, надо купить его за реальные деньги. Но я, естественно, не буду ни копеечки влаживать в эту игру, и поэтому я вам покажу только 2 миссии. Одна будет на скорость, другая с курицами, что, кстати, необычно довольно-таки для водного транспорта, что не было заданий с кольцами для водного транспорта до этого. Вот это у нас что-нибудь такое новенькое. Вот и все, в принципе, что можно было бы сказать об этом. Тут я вам покажу геймплей этих 2 заданий. В принципе, на скорости вы и так, наверное, поймете. Но кому интересно, можете до конца досматривать. Кому не интересно, можете сейчас закрывать видеоролик. Также хотел бы сказать, заходите в мою группу ВКонтакте. Пока я ее активно вести не буду, потому что мало там подписчиков. Я довольно-таки давненько создал. Вот, но пока что у меня там мало подписчиков, всего лишь 15, и поэтому я не вижу смысла пока ее активно вести. Поэтому заходите, подписывайтесь, кому интересно. Ну и дальше, думаю, без моих комментариев вы сами посмотрите видео под музыку. Da 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 Da